Итак, друзья, я, в общем, заморачивался, думал, что же мне снимать, да, на какую тему. И, в общем, я придумал такую фишку и уже третий день снимаю, кстати, у меня есть боковой свет, снимаю в ТикТок разные видосы, но они совсем, наверное, глупые, но там набирают какую-то аудиторию, что-то они лайкают и, возможно, будут подписываться на YouTube. ТикТок прикольная платформа. Там только фишка в том, что нельзя слишком часто, как я уже понял, слишком часто заливать видосы. То есть какой-то теневой бан. Вот у меня один аккаунт, и улетел теневой бан. Я понял, что раз в 8 часов, там, типа, не чаще, нужно постить что-то, и тогда будет нормальная активность, так и смотрят люди, там, много просмотров, лайки какие-то. Ну, много чего у меня там. Ну, хотя бы 1000, то есть меньше 1000, там, 500, вот так, 400. Не так, что заходит, но вот у меня знакомого зашел видос на 8 или 9 миллионов просмотров, представляете, в метро там. Типа, как бы это все вероятность. Ну, главное снимать, делать. И... мне просто это для другого нужно. Я хочу YouTube раскачать. А для этого мне вот такая платформа TikTok, да и прикольно, почему бы и нет. Свет настоит, раз снял. Угорать над собой. Ну, смешно, какая-то забава, развлечение. Я думаю, буду вот снимать. Единственное, что вот раз в день. На самом деле это нормально, раз в день. Это сейчас карантин, что я так заморочился. Так, когда это рабочие дни, не до ТикТок. Вот такая вот мысль сегодня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Делитесь и пишите комментарии. Пока.